Видеть во сне куклу. Символ куклы. К чему он снится? Видеть во сне куклу – это символ имитации серьезных отношений, иллюзия, символ обмана, замена качественной вещи на некачественную. Сны, в которых присутствует символ куклы, часто указывают на несерьезность дел, неверно поставленные цели, иллюзии в исполнении задуманного, напрасному труду, например, к обману. Мужчина видит во сне, что его женщина, с которой он живет, держит в руках завернутого ребенка в одеялко. Он поднимает, чтобы посмотреть, какое лицо, а там он находит, кукла лежит вместо ребенка. В реальности мужчина женился по беременности женщине. И через месяц женщина ему сказала, что у нее случился выкидыш. То есть по сну мы видим, что там никакого выкидыша не было. Эмоцию он показал, что это просто-напросто была имитация беременности для того, чтобы он женился. Кукла может показывать также символы магических манипуляций. Здесь, для того, чтобы точно определить, нужно смотреть дополнительные магические символы. Ну, например, какие есть магические символы? Иголка, кукла из глины, тесто, проколотые части, например, тела, слова «магия», «вуда», «приворот», «это тебе сделали», черные и красные нитки могут быть, черная одежда. В сочетании с этими символами есть большая вероятность, и кукла, символ куклы, что это ритуальная магия. Точно так же красивая, но глупая девушка может во сне мужчине символизировать именно куклу. То есть она красивая, но недалекая. Если снится кукла для секса во сне, это указывает на то, что человек может получить сексуальное удовольствие без партнера. Ну, например, разные способы. Визуализация партнера, например, анонирование, мастурбирование при помощи различных вибраций, вибраторов, то есть игрушек. Это без куклы для секса называется. Если вы видите во сне куклу в свадебном наряде, у нас было всегда, где-то всегда, что кукла сидела на машине, наряженная в свадебное платье. Вот этот символ идет к свадьбе. Этот да. Если мужчина, и тут нету того, что кукла – это имитация, нет. Это свадебный символ. Если мужчине снится, что он покупает приятную, красивую куклу, это может быть приятным, но недолгим увлечением женщине. Говорящая кукла во сне может указывать на шаблоны поведения, привычки сновидцы. Если мужчина видел во сне, как его избранница наряжала куклу, то женщина может относиться к мужчине неискренне. Кстати, беременной женщине кукла может показывать пол ребенка. Это будет девочка. Машинка – это может быть мальчик. Если женщина беременна, если купили во сне очень дорогую куклу, то тут надо быть очень внимательным. Почему? Вы можете залезть в кредит, или который вам не нужен совершенно, или значительно переплатить за ненужную вам вещь. Если во сне вы одеты сами в кукольную одежду, то можете попадать под воздействие манипулятора. Вот здесь надо быть очень внимательными. Ну вот надувная кукла во сне, это к обману, надувательству, конкретное вот это слово, надуть. Резиновая кукла, это к затянувшимся, тоже ненужным отношением, или, может быть, к делам. Если вы получили в подарок куклу, то во сне, то есть некоторая иллюзия по поводу ваших способностей и талантов, потому что кукла – это не живое, это искусственно созданная вещь. Если вы сами делали, например, шили куклу во сне, то тут вы, может быть, сознательно будете готовиться кого-то обмануть. Этого не стоит делать, но тем не менее. То есть бывают случаи, когда вот невозможно говорить правду, и человек длительно-длительно готовится, и длительно-длительно тянется этот обман. Если мыли куклу, то во сне это большая вероятность были попытки избавиться от чужого влияния или обмана, который уже начал выходить наружу. Если во сне вы выбросили старую куклу помойки,
Это вы избавились от ненужных фантазий, иллюзий, обманов, самообманов. То есть вы избавились от этого всего. Если кукла ожила, значит, тут надо быть внимательным. Почему? Потому что могут быть повторные обманы, воровство даже может быть. Может быть, какие-то, будем говорить, иллюзии могут возвращаться насчет чего-то. То есть это ожившая кукла. Видеть куклу с оторванными частями тела – это к серьезным, может быть, испытаниям. Может быть, и тут здесь могут быть серьезные травмы. И вполне возможно, что это близкие могут быть и вам люди. Если во сне видели, как ваш ребенок играет с заводной куклой, то здесь или он повторяет чьи-то механические движения и поведение, или просто ваш ребенок, ну, будем говорить, крутится как юла. У него достаточно сильная энергетика, и у него это искусственная, все равно в любом случае это искусственная вещь. Поэтому здесь надо обратить внимание на ребенка. Если вы играете с заводной куклой, то здесь как бы то, что вы, будем говорить, может быть, излишняя работа голик вы. То есть вы крутитесь точно так же, как вы на заводе кукла. Это, может быть, делаете много дел, которых вам не нужно делать. Это иллюзия, опять же, иллюзия, то, что вам это обязательно нужно сделать. Например, построить дом. Вам он, может быть, априори не нужен, но вы его строите, как заводной. Почему? Потому что все строят, и вы строите. А вам он не нужен, вам вполне вы можете обойтись квартирой. Потом, когда вы построите, очень много сил, времени, денег вложите, и будет разочарование. Поэтому здесь надо посмотреть. На сленге кукла может символизировать какую-то аферу. Поддельные деньги, денежный обман. Ну вот, например, вот что произошло. Мужчина видит во сне свою машину, на капоте которой лежит кукла. Давайте растолкуем этот сон. Кукла – это вероятность денежного обмана. Делают такие куклы. Сверху одна денежка, вторая и подрезанная бумажка. Символ автомобиля – это движение, которое идет сейчас на данном этапе. Совмещаем это два символа и смотрим. Идет движение денежного обмана. Значит, надо смотреть, что происходит в реальной жизни. Кукла лежала на видном месте. То есть символ капота машины, то есть видно было. Несмотря на это, человека хотят все равно обмануть, и он может это увидеть. Ну, вот то, что произошло в реальных событиях. Мужчина решил продать свой автомобиль. Покупатель нашелся очень быстро. Договорились о цене, все нормально, все хорошо. Но покупатель в последний момент стал говорить о своих временных сложностях с деньгами, которые вот-вот не разрешатся, и просил продать автомобиль в долг под расписку. И мужчина, вспомнив этот сон, он отменил сделку.